Благотворительность во всем мире – это огромный растущий тренд. То есть в том же самом Голливуде любой состоявшийся человек не имеет права не заниматься благотворительностью. Это обязательное условие любого человека, который работает в сфере кино, телевидения, вообще каким-то образом состоялся. Безусловно, благотворительность во всем мире работает за счет вкладов, маленьких вкладов огромного количества частных людей. А в нашей стране все, как обычно, происходит наоборот. То есть есть крупные компании, которые благотворительностью занимаются, есть стойкий отрицательный имидж благотворительности в глазах всего общества. То есть благотворительность — это слово ругательное. Журналисты благотворительность как, понимают как отмыв денег с какими-то целями пропиарить еще бизнес. И пока мы эту историю, опять же, не победим с точки зрения имиджа благотворительности в России серьезно не будет.